Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания. И предлагаю вам связать носочки с утепленным следком. Такие можно носить вместо тапочек. Носочки уже 19-е. А шапочек-то 60, связали. У нас идей хватит, догоним шапочки и перегоним. Итак, традиционно начинаем со снятия мерок и построения выкройки или схемы, кому как удобно. А чем выкройка от схемы отличается? Выкройка обычно выполняется в натуральный размер, а схема рисуется от руки. Я делаю схемы. Длина ступни 22 см. Ширина ступни 9 см. Верхняя часть носочка 9 см. От пятки до начала верхней части 15 см. Дорисуем ее в другую сторону, и высота следка 6 см. План вязания. Набрать 30 см и провязать резинкой 6 см. Переходим на кулирку и шириной 9 см провязываем вивингом 22 см длину следа. Завершаем резинкой 9 см. Не забудьте сделать перерасчет сантиметров в ряды и петли. Все понятно. Не сомневаюсь, носочки очень простые и, как обычно, выглядят сложнее, чем вяжутся. Провязали 6 см резинкой, боковые части по 10,5 см сняли набросовую нить и начинаем оформлять след. Для этого берем пряжу для отделки. У меня это 4 сложения основной пряжи. А разве такой машина сможет провязать? Нет, просто так не сможет, но мы ее перехитрим. Интересненько! Провязав стандартный ряд, выдвигаем все иглы в переднее положение и выполняем обвивы через 2 иглы. Сложность здесь только в том, чтобы пропихнуть достаточно толстый жгут между иглами. Ха-ха-ха, смешно! Да, и не затягивайте петли, обвивайте рыхло. И теперь главный секрет. Обожаю секреты! Пока иглы стоят в переднем положении, закройте язычки всех игл, можно отборной линейкой. И после этого провязывайте ряд. Если так сделаете, машина провяжет без проблем. Обвивы выполняются через 2 ряда. Обвивать можно любым способом, на одних и тех же иглах или в разнобой. Каждый второй ряд идут обвивы. И так провязываем всю длину ступни. Далее переносим половину игл на соседнюю игольницу и довязываем резинкой верхнюю часть, это 9 см. Из первой части боковые стороны с небольшим перехлестом припосаживаем на иглы и соединяем полотно. А где же пятка у носочка? А пятки нет, носочек такой хитрый. Разворачиваем почти готовый носочек и соединяем бока. Заправили хвостики, все, носочек готов.